как в любом городе есть какая-то одна главная ключевая магистраль, как Тверская в Москве, как Невский проспект в Санкт-Петербурге. Здесь, у этой магистрали, находится стенд советского спорта на Петербургском международном экономическом форуме. Именно здесь советский спорт сегодня будет встречать, в этой студии, которая позади меня, огромное количество гостей, губернаторов, звезд спорта, людей из мира спорта, спортивных функционеров. Здесь сегодня советский спорт, единственное спортивное издание, работающее на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, если глобально, то я чувствую себя, в принципе, везде комфортно. Главное же внутреннее состояние, а окружающее – это так, антураж, который, по сути дела, второстепенен. Все, что мы делаем, все, что вообще делаем, все, что делает министерство, как раз направлено на популяризацию спорта в России. Это уже болельщики звонят, спрашивают билеты на стадион. Нет, дело в том, что мы объявили, что мы подписали Манчини, поэтому все звонят. Вы сказали о старых традициях. Да, действительно, нам 93 года в этом году исполняется. Выглядит намного лучше. Спасибо большое. Именно для этого мы и стараемся быть здесь и идти много со временем.